Мне Беларусь очень нравится. Это страна, где я родился, где я рос, хотя значительную часть своей жизни я провел за пределами нашей республики. Но в взрослом возрасте я вернулся. Я здесь работаю, у меня здесь семья. Здесь есть прекрасные возможности для самореализации личности. В общем, я рад, что я живу в Беларуси. В истории Беларуси много знаменательных, значимых событий. Недавно мы праздновали годовщину победы в Великой Отечественной войне. Это, безусловно, значимое событие, но наверняка об этом скажут другие люди. А я бы хотел отметить к важным событиям, события 1918-1919 годов, когда формировалась белорусская государственность. В 1918 году была создана Белорусская Народная Республика, которая дала старт фактически формированию белорусской государственности. В 1919 году была оформлена Белорусская Советская Социалистическая Республика, и в жестких условиях, условиях гражданской войны, польско-советской войны, в 1920 году была подтвержден государственный статус нашего Отечества. И вот благодаря людям, которые жили в 1918, 19, 20 годах, людям, которые творили, работали, отдавали свои жизни, мы сейчас имеем возможность жить в независимом белорусском государстве.